Правильная сортировка и утилизация отходов способны решить много глобальных экологических проблем. Главной особенностью такого подхода является то, что данный мусор не засоряет природу, а отправляется на вторичную переработку. Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Щелково провели экологическую акцию, посвященную раздельному сбору мусора. Местным жителям, которые выбрасывали свой мусор, используя площадку «Мегабак», находящуюся около железнодорожной станции «Загорянская», вручили небольшие памятные подарки. Ведь, как мы уже выяснили, осознанный выбор сортировать отходы, помогая тем самым окружающей среде, это важно. Мы проводили мероприятия, чтобы донести до жителей, что необходимо сортировать мусор и делать нашу землю чище. У нас есть активные жители, которые приветствуют данное мероприятие, и мы активных жителей поощрили. Площадка «Мегабак» в городском округе открылась в прошлом году и используется гражданами довольно часто. Тут можно утилизировать пластик, текстиль, стекло, шины и смешанные отходы. Чтобы воспользоваться щелковским «Мегабаком», люди приезжают даже из других городов. Хочется, чтобы поменьше мусора от нас оставалось в процессе нашей жизнедеятельности. Если есть такая возможность, чтобы как-то этот мусор... скажем так, экологично переработать или те же самые вещи сдать на переработку или на дальнейшее вторичное использование, то я только за. И поэтому хотелось бы, чтобы таких пунктов сбора было как можно больше. Раздельный сбор мусора – это защита нашей природы, защита экологии и сохранение окружающего мира. В городском округе Щелково в этом году планируется открытие еще одного мегабака в Афрянове. Площадка для раздельного сбора мусора появится на Московской улице. Об этом просили жители, и их пожелание было услышано. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.